Всем привет! Что такое обманка катализатора? Функцией этого устройства является корректировка сигнала датчика кислорода в момент поломки каталитического нейтрализатора. Есть несколько разновидностей. Механическая обманка представляет собой металлическую проставку. Она является самой распространенной среди автовладельцев. Очень важно устанавливать поставку из металла, которому не страшны высокие температуры. Не забываем обращать внимание также на размер данного эмулятора. Он должен соответствовать размеру катализатора устройства, куда будет зафиксирован. По своей сути и значению обманка является неким нейтрализатором, или, если включить фантазию, лакмусовая бумажка, которая очень хорошо очищает выхлопные газы, тем самым очень качественно очищает окружающую среду и экологию в целом. Также есть электронные обманки или электронная в виде блока с платой такого типа, то есть электронные обманки сложнее в изготовлении, потому как обманка представляет некое соединение, блок с микроконтроллером и называется электронной обманкой. Теперь вы можете. Для любого автомобилиста важнее всего будут фактические данные, нежели чем средние показатели, так как они более точны и создают реальную картину того, что происходит в автомобиле и в конкретном устройстве. Поэтому механическая обманка имеет значение преимущества перед электрической обманкой.